Выносит Михайлов, Ваулин бросит. 2 очка Ваулин. Звездов выводит мяч. Мазур, Ткаченко. Ой, какая потеря. Но это в стиле Ткаченко. Сфол. Фол Константинов. Пронос. Интересное решение. Интересное решение, но, видимо, правильно. Белолуцкий поддерживает Чудина. Пронос был. Пронос у Ярослава Седова. Белов средний с отклонением. Точно. 8-8 счет. Пока, видимо, без защиты мы играем. Михайлов стучит, просит заслон. Седов на Ваулина. Ваулин в проход. Потеря, потеря мяча должна быть. Ногами сыграл кто? Боцман. Или Ваулин. Или фол. 14 номеру. Владение 14. Игра ногами была. Я правильно понимаю, да? Игра ногами была, насколько я видел у Игоря Гусакова. Ставит 14 секунд. Напомню, по новым правилам, при спорном мяче в передовой зоне 14 секунд должно быть у атакующих. Михайлов заслон, фол в нападении для Ильи для Ивана Пинича. Мазур. Играть. Без фола Михайлов. Мазур бросит сам 3 очка. Мимо, сам же на подборе. Ну да, называется ассист сам себе Мазур сделал. Маркин 3 очка или 2, не видел. На подборе кто там? Ткаченко. А почему время идет, я не могу понять. Михайлов, Маркин будет обыгрывать Мазура, да? Седов, проход. Нет, скидка, дисциплина у МГУ. Седов средний с отклонением, мимо на подборе Белов, Костя. Тут Звездов пасется в офсайде, ничего, ему мяч не дают. Звездов под 45, вниз на Мазура, 2 очка, Сережа точен. С сопротивлением там. Пронос, нет проноса. Почему Маркин один? Сейчас готовится тайм-аут, точно уверен. Маркин вниз на Пинича, 2 очка Пинич. Гусаков на Звездова. Мазур просят дальше. Ткаченко бросит 3 очка. Мимо Ткаченко. Фол, фалил Звездов. Толчок. Интересно, какой фол у Звездова? Можно было узнать. Тайм-аут берет тренер команды МГУ. Счет 10-14 впереди МГУПИ. По 2 командных фола. Интересно, меня сейчас интересует вопрос, выйдет ли на площадку Никита Дороговцев. Как бы на него ответить на этот вопрос? Не знаю. У «Газпрома» пока все ясно. Ткаченко пока не фалил. Фалил Звездов. Фалил Белов. По одному фолу у них. У МГУ обсуждают. Кто-то выйдет, видимо. Нет, те же самые. Да, остались те же. Что было тут? А, фол был. Значит, мяч остается у МГУ. Значит, Дороговцев не выходит. Михайлов вниз на Пинича, наверх на Седова. Седой пойдет в проход. Скидка на Ваулина. Ваулин 2 очка точно. Белов. Мне кажется, что все-таки «Газпром» не очень плотно держит своих. Звездов вниз на Белова.
с фолом, нет? Без фола. Все равно 2 очка. Пошел Михайлов. Проход 2 очка. Точно. Свалил Белов. Прошел центром Михайлов. Какая-то неразбериха в защитных построениях команды «Газпром». Хотя если только им об этом не говорите. Я думаю, что этой команде говорить о защите совсем не стоит. Гусаков оставляет мяч Звездову. Назад Гусакову, Звездов. Фол. Фол Михайлову опять. Что-то начал ругаться Гусаков на площадке у МГУ. Константин Бондаренко вместо Антона Михайлова. Константин Бондаренко будет держать, наверное, Мазура, Сережу. Спорят, там Гусаков ругается с кем-то. А, это комбинация. Комбинация обойти Гусакова. Белов, 3 очка, нет. Гусаков, перехват, нет, сохранили мяч. А тут Белов, интересно.